Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, сегодня 22 января, и ровно 3 года, как я придерживаюсь кето-питания и интервального голодания. И что же я за эти 3 года достигла, чего я добилась? Мои дорогие, я безумно рада, что я узнала о кето-питании, о интервальном, потому что в первую очередь, кто зашел, кто впервые будет смотреть мое видео, я скинула 36 килограмм. Но самое главное, я всегда говорю, я очень глобально поправила свое здоровье. Это главное. К сожалению, я хотела в Новый год войти маленько с другим весом. Но вот уже 8 месяцев мой вес 66 килограмм. И в параметрах у меня без изменений 8 месяцев. У меня вес стоит 66 килограмм. Я не отчаиваюсь. Говорю для всех, моя цель дойти до 60 килограмм. Очень хотелось, чтобы на Новый год хотя бы 65 было. Но, к сожалению, не получилось. Но я не отчаиваюсь, потому что за год с небольшим я скинула 36 килограмм. Потом долго вес стоял у меня, кто помнит, кто смотрит меня давно, 67 килограмм. И вот уже 8 месяцев, ровно 8 месяцев сегодня, как мой вес стоит 66. Никаких переживаний, никаких отчаиваний. Я всем говорю, моим подписчикам, никогда не отчаивайтесь. Это, к сожалению, бывает. Кто зашел на мой канал впервые, мой начальный вес был 102-200. Это очень много при моем росте, 1,55 м, и тем более очень круглое лицо. Я всегда выгляжу полнее, чем есть на самом деле. И при моем маленьком росте, конечно, это очень большая цифра, 102-200. Я никогда не думала, что я могу так глобально похудеть. Безумно этому рада. И говорю спасибо, что я вот нашла этот вид питания, что он мне помог скинуть эти ненавистные килограммы, а главное, самое главное, оздоровить свой организм. Чувствую себя прекрасно. Иду дальше в бой, не останавливаясь. Пусть 8 месяцев стоит вес, но я дойду до цели, я этого очень хочу, я этого очень желаю. Спасибо всем, кто 3 года со мной, кто смотрит меня. Каналу будет в феврале 3 года, а 22 января 2019 года я впервые перешла на кето-питание и интервальное. Уже 3 года, пошел 4-й, как я иду дальше. Это мой образ жизни. Менять я ничего не буду, я буду постоянно придерживаться этому виду питания. Это мой образ жизни, мне все нравится, и менять я ничего не собираюсь. Итак, мои дорогие, наверное, все сумбурно вам сказала, хотелось все сказать вам. Надеюсь, запишу еще одно видео, но под этим видео я прошу вас всех написать свои комментарии, задавать свои вопросы. Кто зашел на мой канал, еще не подписан, пожалуйста, исправьте свою ошибку и обязательно подпишитесь. И все мои дорогие подписчики, гости, мои самые лучшие подписчики, не пожалейте поставить лайк. А пока, мои дорогие, пока-пока.